Итак, всем привет, с вами я, Павел Первый, и мы начинаем проходить, даже не знаю, это даже не игра, это глобальный мод для Half-Life, называется он Cry of Fear, вышел где-то в феврале, ну а начиная сейчас, в марте, хотя уже залью, конечно, наверное, позже, может быть, в апреле это уже будет. Ну, в общем, я уже говорил, что пока я не пройду хотя бы одну-две игры из списка тех, что в процессе, я не буду выкладывать другие игры, я не буду снимать, но я все-таки решил снимать прохождение по этой игре, потому что мне очень захотелось в нее поиграть. Вот. Ну, давайте начнем. Игра. Так, я теперь решил не геройствовать, будем играть на среднем уровне сложности, выберем медиум. Так. Ну, что там у нас? Что за менюшка? Честно говоря, не понял, зачем сделали именно на первом движке первые Half-ы. My whole life. For as long as I can remember. I don't know if I like it or if I'm just used to it. But I do know this. Being lonely does things to you. And feeling shit and bitter and angry all the time just eats away at you. Какой-то длинный непонятный ролик. Где наш главный герой? Покажите его. Все здесь с каким-то шумом, как будто он по телевизору смотрит. Так, загрузка какая-то идет. Честно поражен я на движке именно первый хав. Почему они сделали? В общем, это, в общем, потом скажу. Так, куда-то направляется. Пустующие улицы. Сейчас тебе поможу. Так, значит, нашего главного героя зовут Симон. Ага, что это? Мафия? Беги, Симон, тебя сейчас раздавят! Ну, в Half-Life это не смертельно.
на движке первых хав, то есть. Так. Фу. Или смертельно. Чё за? Ты кто такой? А? Чё за потолок? Надеюсь, меня не в психушку затащили. Эй, ты, ты кто такой? Скажи чё-нибудь. Чёрт, что это? Просыпайся. Старайся. Взять что-то. Так и не понял. Слишком быстро. Так, ну наконец-таки нам дали управление главным героем. Так. И что мы тут видим? У нас в руках какой-то фотоаппарат. Графика. А, неплохо выглядит, между прочим. На движке первый хав. Но все же... Мне без разницы, наплевать не на графику. Главное, чтобы хотя бы на таком уровне... Ну, можно чуть ниже, конечно. Вообще, не понимаю, зачем на движке первый хав сделали? Хотя, в принципе, да, так менее требовательно. Но все же, почему же нельзя было, например, хотя бы на Source сделать... Или им так легче? Или запилить свой движок небольшой? Так, и что тут делает постер из второй Хауфы? Если на движке первый Хауф. Ну, впрочем, не важно. Вспомню Конт КСЭ и Хауф первый я не играл. Хотя в кооператив я помню с другом чуть поиграл в первой Хауфе. Так, что же у нас? Что за крестик такой? Что надо делать? О! Значит, надо так вот фоткать крестики, а ну-ка. Чё-чё? Здесь пусто. Так, дверь. А, мне уже страшно. Ой, сори. Так, значит, продолжаем. Что это у нас тут? А! Что за херня? Пусто. Пусто. Люк. Темно. Так. Дверь. Ничего. Ох, привет. Кто вывел стекло? Как мне туда влезть? Дверь. Топ день. А, черт! Дверь. Пусто. Что было? Что-то написано. Так, далеко. Дверь. А здесь очень далеко. Я боюсь. Так, ладно. Что это было? Черт. Блин. Ну напугал конкретно. Ладно, где это мы валяемся? Did I get here? Сообщение. У нас есть телефон. Ох. Ладно, у меня ноги после этого трясутся. Так, и руки тоже. Так, часть первая. Потерянный в городе. Так. У нас есть какой-то ножичек. Ох ты, как он может. Так, а куда нам теперь? Это сообщение вот там. Что это такое? Так, что-то мне кажется, сюда надо перейти. А, Quick Select, да. Терсот. Так. О. Where are you? Где ты? Приходи быстрее, становится темно.
О, свет. Кто это был? Чуть мне это не нравится. Так, значит, что это у нас такое? О, какой-то ключ. Нет, я не знаю. Это давно гад не получится. Так. И значит, текущая наша задача. Кто теперь? Можно зайти в дверь, значит, с помощью Е. Хорошо. Так, ну, грузись давай. Так. Что это за херня? Ох, черт. Что это было? Аккуратно. Что за херня ты делаешь? Так, куда идти? О, открыто. Да, здесь что у нас? Это я уже знаю, что он служит источником света. Велик, давайте покатаем. Не нужно. Хорошо. Бухарики. Так. Кто тут? Отзовитесь. Кто тут? Ау. О, бумажка какая-то. Что это? When forged... Да, он forged table какой-то. Так. А как мне потом это посмотреть? Алло. Ок. Мне кажется, еще одна такая бумажка должна быть. Во. Excelsior. Так. Добрый день, тыква. Так. Зашли. Какой-то бар тут. А, кто тут? Эй, кто тут? Ладно. Введите имя. Черт. Forge table. Excelsior. Their own forger. Так. Блин, это не вариант был. Forger table. Давайте попробуем наоборот. Excelsior. Фак, что-то я неправильно набрал. Он forged table, вот правильно. Excelsior, а, без Е. Excelsior.
еще раз к Сузеру. Все, везде понял. Да блин. Как не запомнил. К Сузеру. Все. Так, наоборот тогда. Ой, твой. Как? Что я неправильно набираю тут? Unforged table, правильно. Косоузер. А как? Что-то я не понимаю. Может, Excelsior? О, наконец-то. А, это был ход код. 3575. Так, слышу, как кто-то вошел. А? Кто это был? Я видел тебя. Кто дверь открыл? А ну-ка иди сюда. Я убью тебя своим ножом. Ладно. Сохраняем спокойствие. Так. Либо отсюда мы пришли. Ага, бро. Ух, блин, я не вёд. Грёбаный пароль, а? Отдышись, Симон. Так, а мы вводим код 3, 5, 7, 5. Есть. И чё же у нас тут? Так, можете положить 3 до 3 предметов в свой быстрый слот. Короче, слоты быстрого использования. Так, понятно. Это понятно, что так быстрее. Так. Кто дверь закрыл? What the? А ну-ка, открой. Так, тут опять смс-ку прислал. Посмотри направо. Черт, не очень-то мне хочется туда смотреть. Так, что ж тут? Так, спокойно. Что-то не нравится мне все это. Так, можете сохранить игру. О, наконец-таки. Хорошо. Что ж, я думаю, на этом закончу первую часть. С вами был я, Павел Первый. Подписывайтесь на мой канал, смотрите мои другие прохождения летсплея. Надеюсь, вам понравилось. Всего хорошего и пока-пока-пока.